Короче, ты давай сейчас спустись. Посмотри. Вот посмотри туда. Смотри туда. Посмотри. Тебе повезло, я чуть в самый низ не упал. Что? Тут враг был. А, я тоже падаю. Он. Видишь? Видишь? Тебя бы убили. Ну, знаешь, я. Все, валим. Вообще-то меня там лучник подстрелил, и я упал. Так, ладно, вещи потом поменяем. Ну, ебай. Ой, ё-моё, это летучая мышка летает. Я серьезно, здесь вообще ничего не вижу. Так, я добиваю. А, не-не, стой. Пусть он тебя лучше убьет, но все-таки. Вот. Воу! Я его убил? Нет. Окей, я иду. У нас закат. Закат, в котором могут появиться страшные монстры. Да, собственно, одного из них я уже вижу. Это у нас кто такой? Это у нас очень страшный монстр, который прямо сейчас бежит за мной. Я сейчас, наверное, умру. Господи, персик, бежим! Бежим. Смарт-мувинг, помогай мне. Быстрей, курятин, привет. А, нет, нужно срочно создавать укрытие. Чувак! Чувак! Это рататик! С него алмаз падает! Мои, походу, вещи сейчас все спалятся. Они уже спалились. Пэкман. А, он слабый. Я узнал то, что он практически не попадает в тебя, потому что автор сделал так, чтобы он был косым. То есть смотри, я стою на месте, и он... Очень меткий. Ну, как видишь, он действительно очень меткий, поэтому... Но у него 300 хп. Мы его будем очень долго убивать. О, да, с ним лучше не связываться. Я не знаю, что делать. Наверное, я скоро умру. Смотри, чтоб не попал, то ты прям вниз упадешь сейчас. А, ой, блин, там лава, господи, реально. Ой, у меня даже чуть-чуть подлагает. Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Лагает. Вау! Что это? Пэкман! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я решил выйти на свободу, и как казалось, скелет там все еще стоит. Окей. Все. Безопасность превыше всего. И я почти убил! А! Я убил, и меня убили. Окей. Угадай. Извиняй. Угадай, кто меня убил? Даже не знаю. Не знаю, может быть, это какой-нибудь каратель? Так, да, господи, не... там их еще три. Это ж... Убегай. Это пипец какой-то. О, господи, какая классная стрела. О, да. Я выбегаю и убиваю. А-а-а! Есть! Это босс, это был для нас босс. Меч передал. Блин, я уже не могу никак меч передать, я уже тут таункрафт. А! Тут гость к нам зашел! Энгри зомби тут изучает сам себя. О, пипец испугал. Как-то странно. А. О, господи Иисусе, это же алмазы! Алмазики! Нужно железо. Подожди, тут кто-то есть, бей его! Ой, ты... Блин, это... Блин, ой, наверное, какие-нибудь олдфаги, ну, я их так называю, как бы люди, которые смотрят меня еще очень-очень давно, с Far Cry, знают то, что у меня затемненный экран, и как бы у меня действительно практически ничего не видно, и я даже твой ник не видел. Я думал, это действительно какой-то монстр, зомби там, не знаю. Смотри! Смотри, какая огромная шахта, где сразу в одном месте куча всяких крутых вещей. И смотри. Энгри зомби бегает. Ой, бежим. Что? Там этот стреляющий. А, циклоп, беги, чувак, беги. Крипер. Беги. Я не знаю, телепортируйся ко мне. Я не вижу ничего, я спрятался. Нет, уйди. У зомби твой... Блудсворд меч, ну все, я его уже вроде как забрал. Энгри зомби! Черт, я телепортируюсь. Сядь. Все, отлично. Вон он, скелет. А, бежим! Все, я убегаю. Все, я убежал. Отлично. Надеюсь, он сейчас сюда не телепортируется. Баррикада, быстрее. Создаем баррикаду. А, ты же выложил все вещи, да? Да. Это хорошо. Это просто замечательно. Чувак! Что? Ты что не видишь? Огромная! Она огромная! Крепость! Она громадная! Ты где?
Ты, да, вон он, ты, господи, я потерялся. Вот это просто не может не радовать такое быстрое нахождение крепости. Это супер! Все, быстро собираем эти, вот эти вот, собственно, кирпичики. Нам их нужно, по-моему, 11 штук, я в прошлый раз считал. Так что давай сейчас быстренько соберем. Лучше всего собрать... Сейчас я поставлю еще этот. О-о-о-о, я бегу, я бегу, отвлекай его, отвлекай, отвлекай, я бегу, бегу, телепортируйся ко мне, быстрее, быстрее, быстрее. Не. Вот как он меня ударил, а? Подожди, подожди, ты возродиться нажал? Воо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 о. Ты видишь, сколько там карателей? Ну я тебе сказал, их там карателей. Ну я тебе сказал, их там куча. Там их огромная куча. Ты невидимый. А, тогда перезайди. Либо я могу, в принципе, перезайти. Так, это он кто такой? Фрост. Ну-ка. Давайте убьем. Иди сюда, Фрост. Кей, о господи! Ой, да ну нафиг! О господи, о господи, о господи! Офигеть! Че, хорошо видно? Вообще просто отлично. Да, офигительно. Вали оттуда, вали! Что? Лучники! Бежим! Окей, кажется, там бежать... Паук, можно я к тебе ТП-шнуть, пожалуйста? Это было смешно, окей. Я, наверное, выхожу из ада, потому что нам здесь больше делать нечего. А, хотя нет, подожди. Огромном-огромном РПГ-шном мире благодаря нашему другу Мистер Ченджу. Наконец-то добыли определенное количество ресурсов для того, чтобы убить второй раз Ancient Entity. Мы за эту часть успели немножечко полагать, посражаться, поумирать, найти крепость. И вообще все было... Вау, красиво. И вообще очень много эпика было в этой серии. А мы с вами прощаемся. Ну ладно, пока мы о этом долго не будем горевать. Да и вообще не будем говорить, окей, какое-то странное слово. И говорим вам, если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами были Лолошка и Мистер Челлендж, всем удачи, всем пока. Если вы хотите еще таких серий, то ставьте лайк. Тут. Так, все, он твой. А, я иду.